face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. Heritage Site? Да. Давайте пройдемся. Так, ключи позабирали? На старую деревню похоже, да? На такую. Первого века деревня. Денег дать? Денег отказывается. А есть?
проспекте какого-нибудь хоть. Do you have any guide or anything? Map. Uh-huh. Okay, thank you. Sir. Так, возьмите. Возьмем один вам. Хирокития. Ой, гляньте, эти гранаты выросли красные, красивые. Они что, вот так растут? Ну, вообще, они растут на высоких деревьях. Здесь почему-то на маленьком. По городу я их видела на больших. Типа абрикос. Так, где мы на карте? Логично. Ну, как бы, куда можно? По-моему, прямо. Что это такое? Какие звери тут водились и когда? Я уже смотрела. И где? В пластиковом периоде муфлоны одни водятся. Здесь жили раньше бегемоты, но они уже вымерли. Карликовые бегемоты. Бегемоты? Да. Маленькие такие бегемоты. Их больше нигде на планете не осталось. Они эндемики Кипра были. И здесь найдена самая старая кошка, 7,5 тысяч лет датирована. И это единственная самая старая кошка, которая подтверждена, что жила у человека, человек о ней заботился. И они жили вот в таких вот домиках. Потому что тут есть туалет. Это малогабаритный район, Я так понимаю, это тело одно видели. Комнатка и второй этаж. Тут дохуя людей, куда сложно. Смотри, отсюда вообще что-то. И там он внизу. А, кстати, я сниму. Внизу деревяшками да. Делали, а потом заливали это. На втором этаже не спали, наверное, там тепленько было. Прикольно. То есть деревянный да, каркас, длинный, и потом облепили. И, в типа мазанки украинской. Мазанки. Это и у них беседки. А, да, это человек. Они же раньше людей хоронили прямо в доме, ну, чтобы они оставались с ними, как бы, прямо под землей. И оставили. Я бы в этом районе квартиру. Thank you.
Это виноградник. Какая колонка? А, это питьевая вода. Древнекипрская. Ух ты, шки, да. Кто? Котик, ты не взяла, да? Не, я на видео снимаю. Интересно. Да, такие булыжнички посыпались. А вот представляешь, тот кусок тоже скоро отпадет, судя по виду. Но они так не выглядят не очень. Я представляю, как грохот, когда они тут осыпаются. Я представила его. Да, в таком они, в общем, непонятно, в равновесии находятся. Вот откуда спустились те люди, которые здесь жили. Там перекрыто почему-то. Видимо, там еще раскопки ведутся. Трейл. Ну, трейл написано. Ой, тарелочка. Тарелочка. А ну и суп. Давай такие закупим. Ну, это, наверное, типа... Пунш. Огонь в ней, может, разводили. Хотя нет, он бы в ней не горел, наверное. Может, просто воду наливали, собирали. Это ракушняк. Он довольно мягкий так-то. Это ж не мрамор. Ракушняка тут много. Так они и курили поменьше, наверное. Как там называется это лазание пещера? Скаля. Тут люди жили, да? Пещера лазания. Или здесь просто археологи раскопали? Шлеме. Да, в шлеме. Что, там что-то видно, да? Там, как еще до нас это выглядит.
Интересно, я никогда не встречала до этого пещер, в которых достоверно жили люди. Да. Вот эти бравые ребята, которые откопали. Ладно, дома разберемся. Ну, по-моему, вот это как раз про них. Предложение. Эти ребята уже начали волков приручать и всяких муфлонов. А тут был ход. Угу. Вот он, да? Угу. И ров. А за ним жили люди. Интересно, от кого они оборонялись? От тех, что внизу. Тех, что внизу? Мне кажется, не такой уж высокий забор, чтобы он был для кого-то препятствием. Может быть, имеется в виду защита от поползней и всего такого? В этом смысле? Поэтому они усиливали так эту сухую стену. И дальше... Каждый строил, что хотел, судя по архитектуре. Похоже на клуб. Добывали камни и волокли. Никакого плана застройки. Хорошо. Сколько лет это на всем? А там написано, я не прочитал. Там написано, вроде должно было быть. Нету. 30-40-х отрыли. А размеры стены. Ничего не скажем. ЮНЕСКО 98. Это что? А это погребение 18 века. 18 век? 17. Наша эра. Это сложный вопрос. Бред. Видимо, да. Да не, я думаю, пораньше. Played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world, I was one rich little girl, daydreamer,
Нет, их откопали. Просто их реставрировали, но их откопали. И сделали, да, чтобы... Да. Так стена была или ее потом... Ну, это вопрос. Ну, наверное, она была, просто ну, восстановили как-то. А смысл ее ставить, если ее там не было? Скорее всего, она там была изначально, раз ее поставили. Деревенька поменьше. Какая?
наверх нашли. Вот и ров тебе, пожалуйста. Под и ров. Thank you. От 7 до 9. Yeah. Водные закрывашки.